Соответственно, здесь самый простой вывод. Ты берешь свои мечты, свои, не вот эти, считаешь, сколько это стоит, и дальше понимаешь, либо ты учишься зарабатывать вот столько денег, либо ты подходишь к зеркалу, посылаешь себя далеко со словами: «Чувак, у тебя никогда ничего не было и не будет, нежели богато и нехер начинать, мы с тобой чмо», и уходишь. Очень помогает еще написать письмо детям. У кого дети есть маленькие, классно помогает, у кого нет, можно будущему ребенку написать. Пишешь: «Здравствуй, мой дорогой сынок. Сейчас тебе уже 20 лет, и ты знаешь, я знаю, что ты закончил дерьмовый институт в нашем стрёмном городе, потому что у меня не было денег на то, чтобы дать тебе образование в Гарварде. Ты знаешь, твой папка лох, потому что когда ему показывали бизнес-возможности, он очковал. Он задавал лишние вопросы из серии: так не бывает. Почему? Потому что. Ну почему? Ну потому что не бывает никогда. Потому что когда ему рассказали интересную идею, он сказал: я подумаю. Над чем? У тебя есть другой вариант? Покажи мне другой вариант, где с такими минимальными, мизерными вложениями, это даже вложениями это назвать нельзя, ты получаешь международный бизнес, без границы, без таможни, без кучи геморроев в виде СЭС, пожарных и т.д. и т.п., где тебе будут помогать, обучать, и профессионалы будут за тебя рассказывать презентации. Покажи мне бизнес, где ты можешь продавать деньги, не будучи банкиром, не вкладывая в это миллионы. Я подумаю. Вот над этим подумай. Неважно, понял ты то, о чем я тебе рассказывал или не понял. Неважно, нравлюсь тебе я или не нравлюсь. Все равно. Это твоя жизнь. Ее можно легко посчитать. Простейшая арифметика. Я надеюсь, что этому тебя в школе научили. Оторви шоры, сядь. Посиди, подумай, отмахнешься, Бог с тобой, кто-то должен обслуживать. Но если у тебя хоть чуть-чуть вот здесь вот есть логика и разум, то ты поймешь, что вариантов-то особо нет. Я пришел в этот бизнес, когда мне было 18 лет, я пришел продавать не вот такую потрясающую вещь, а косметику и БАДы. Я это ненавидел. Я пришел вообще для того, чтобы разнести презентацию. Меня позвала моя девушка, с которой я жил, и сказала: пойдем со мной, притворись, как будто бы я тебя пригласил, если я никого не приведу, меня выгонят. Я пошел, думаю, ща я им там вопросы задам, что они пирамида. Пришел, посидел, послушал и подписался. Почему я подписался? Как вы понимаете, 18-летнему пацану не могли понравиться БАДы. А может быть из-за того, что печальное тяжелое детство и розовые очки упали еще в младенчестве. О том, что ни хрена не случится просто так. Не прилетит волшебник на голубом вертолете. Не будет палки-выручалки и рыбку уже зажарили. Нет чуда. Кто мечтал найти чемодан с деньгами? И я мечтал. Только я очень рано понял, что никто не хочет потерять чемодан с деньгами. И никто тебе ничего не даст в этом мире. Вы уже взрослые люди, и вы должны понять одну простую истину. Вы сами творите свой мир. И если у тебя не хватает ума, дерзости или творилки, то welcome на рабочие места к другим творцам. А мы с вами знаем, что это весьма неблагодарное занятие, просто по результату тех, кто на эти рабочие места ходит на протяжении всей жизни. Тебе сегодня 30 лет. Задумайся, когда было 20. Вчера. Щелк, и тебе 30. Кому-то из вас уже 40. Когда было 20? Вчера. Ты скажешь: ну как же, за день 30, а тут вот уже 40. 40 еще быстрее. А 50 еще быстрее. И у тебя ни хрена не меняется в твоей жизни. Нет, сопротивляется она. Хоть за сопротивляйся. Цифры. Либо ты учишься зарабатывать, либо иди к зеркалу и пиши письмо своим будущим детям. Я прошу прощения, что я заканчиваю на какой-то такой вот немножко негативной нотке, но мысль-то очень простая. Либо ты творишь свою жизнь, либо эта жизнь творит тебя. Да? Либо ты автор своей жизни, и ты создаешь ее, либо ты просто персонаж в чьей-то другой истории.